Здорово, бандиты, с вами как всегда я. Да иди ты нахер, погонь. Да, может ты музыку вырубишь, там авторские права, все фигня. На это нету. Я не буду бомбить, как раньше. Я глупый человек. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами как всегда я. Мы продолжаем играть на сервер, смотрим там все как всегда. И чисто мы стоим возле автосалона техцентра Лада, на чисто на Ольгах. Ольховских движениях, можно сказать. ООО 43458, это ничего не означает. ООО 887. Бля, пошли нахуй. Не... Сложить номер Булкина, блядь. Если что, эти два автомобиля в продаже, вы сами все знаете. Так что присаживайтесь поудобнее, берите себе что-то покушать. Приятного аппетита, всем приятного просмотра. Шо, пацаны, вспомним мой 2000... Какой это был, Димон? 17-й? Это 17-й год. Выбивали мы блат. Пытались, по крайней мере, поверить чудо и выбить блат номера за автосалона. И, конечно, это завершилось. Не знаю вам, я не скажу вам специально. Вот ссылочка на видос, вот видосик на экранчик там вылез. Можете посмотреть. Какой видосик? Ты же его, сука, удалил. Ах ты пидор. Нет, у меня есть видос там, где мы на сливах, что забыл? Снимали еще один видос, но я его случайно удалил. И вот половину моих видосов удалил. Третья попытка, но перед началом ролика я бы хотел передать приветик таким игрокам, как Добро, привет. Может, тебе на почту Барон пишет. Барону привет. Gold and First, привет. Также хотел бы передать игроку Алекс Детели 86, сейчас скажу как точно. Я его зафотал, а то перезаходил. Алекс 36 и Гидра хэштег. Спасибо тебе за шестерочку. Вот такой он шестерочку подогнал на хам 3 шестерочки. Называется, я хотел ивушка почистить автопарк от Жигулей. На тебе называется. Ну, в принципе, пусть будет, потом продам. Итак, сегодня мы будем. Вот у меня есть 7 свободных мест. Сейчас мы покупим 7 окушек, а потом купим. Сколько? Если не купим еще 7 окушек. Хуй ты окушек купишь. Чё? Их ноль. Блин. Да, да. Из плана обосрался. А я забыл. 6 приор есть. А сколько слива стоит, не помнишь? 4. Давай, короче, 4 Волги. Номер это места кушать, блядь. Что-то типа дешевое хочешь? 4 Волги и 3 копейки, блядь. Может, подожди, с ним. Что самое дешевое, с чего можно взять, снять номер? Сколько Лаурель стоит? Хрен его знает. Сейчас зайдем в самую, в скобочках нет, лучшую группу. Смотрим, да? А ну зайди, пожалуйста, ты на ВП. У, сука, бан, блядь. Сейчас посмотрим, почем Лаурель стоит, почем слива, и походу опять отправимся в автосалон японок, как в прошлый раз. Да, шесть, да, капец, как обидно. Пиздец, блядь, да, он добавляет всякой хуйни. Рауле, блядь, Рауле. 270, короче. Что 270? Тысяч. Короче, слива самая подходящая. Сколько она стоит слива? 400. Ладно. А Лаурель? А с Лаурель... Ты меня заразил, падла. С Лаурель... Нет. Можно снять с Лаурель? Нет, она же 270. Нельзя? Нет. Чё, пытаем удачу на Жигулях? Так, подожди, сейчас поищем ещё что-нибудь дешёвое. Что есть дешёвое, рили, да? Больше 480. Походу жизнь сами дешевые, не походу, а так и есть. 210, 240, 170. Короче, давайте 7 Волк, а потом купим 6 Приора и одну Ниву. Все, мы договорились. Короче, пошли. 4 Волги только. 4 Волги всего лишь есть? Да. Так мало? Да. Все, пацаны, сделаем дефицит. Так, у меня в автопарке уже 2 Волги. Давайте, если этот видос наберет, Димон, сколько лайков? 228. Да, мой канал рекорд 200
А не, есть 200, 200, 300 у меня с чем-то рекорд. Короче, давайте, если этот видос набирает... Хочется сказать, конечно, 50, но 50 он не наберет. Но хотя... Давайте 28, не, давайте 44. Давайте 44 лайка, и мы заснимем такой видос еще раз. Скупаем хурикина. Скупаем хурикина. Но у меня денег не хватит, короче. Пошли на улицу. Так, кто мне это написал? Можно тебе? Передаю привет Дане Мирного и Владосику. Привет. Мне нужно подписчиков для ютуберки. Так вот, 10. Так. 1000. Раз. Тру. 55978. Ну, тру. Усу. Прикольно. Так, дальше. Я уже глазом увидел, я не хотел. Вна, говно. Дальше. Что у нас? Хикс 5-8. Там было ООО 001-12. Сух! Где? Когда она спавнится. Ру-ру-ру. Короче, первая волка была норм. У меня еще есть 3 свободных мест. Пошли, где купим... Копейка. Купим 3 копейки, да? Давайте купим 3 копейки, ладно уже. Нет, я ничего не буду покупать. Хотя похуй, куплю проценты, все равно придут. Купим 3 копейки и потом едем на БУ и купляем все приоры. 4 копейки. Я-то купил. Но у меня еще одна остается. Кайфово, аж с первого раза? Не, с первого раза тебя не будет. Конечно, Лаурель я вытянул с первого раза. Кстати, зачем мы покупаем копейки, если мы можем сейчас Лаурель? Лаурель я вытянул с 3 шестерки. Блин, а почему не... Почему не 63? Было 0.63, 63, было бы топ. А так зеркалка, типа. Я на номер не смотрю. 11-й, это Сыктывкар. Республика Коми. Комби. Или Коми. Коми, Коми. 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 Так, подожди, я чуть не заспамнил вот эту копейку. Так. Оу, ее. Следующая копейка. Ох. А что, укр номера падает с салона? Кого? Нет, это РОФ. ТБХ. 757. Сука, почти 777. ТБХ 777, да. А у меня почти 888. Короче, мы поехали в БУ, сливаем тачки в БУ, едем за Лаурелями. Купим 7... Ладно, разорюсь я. Куплю 7 Лаурелев, а потом поедем за Приоргом. Все. И на этом закончу. Потому что... За сливами. Чего? За сливами. Если они там есть. Кстати, да. А Сива дешевле Приора, да? Да. А почему на Нива? Нива 400. Нива дорого. Нива дешевле Приора. Ща погодь. Автосалон. Автосалон. Вас. Нива стоит 410. На 10 тысяч дешевле. Бля. Нива, понимаешь? Урбан, ты чё? Бля. Так, пацаны. Мы приехали. Японский. Чё, может, это Лексусы? Давай, за твой счёт. Супер, а 6,5 стоила. Она же 8 стоила. О, сливы есть. 12 штук, ё-моё. 13. Супер, а же стоила 8 миллионов. Ну, так стоила. А я купил её за 8. Ясно. Чё, Лаурель? 8 Лаурелей есть. Короче, давай. Вот. Хонда. Марки 500. Короче, давайте купим 7 слив. И на этом закончим видос. Я не хочу тратить. Я хочу Чирон. Подождите. Сейчас просру бабки. Я потом это... Купить. Если я просру бабки, я потом просто на Чироне накоплю. Всё. Покупаем сколько? 7 тачек, да? 6 уже, да, 6. Было бы 7, если один подписчик у меня забрал автомобиль. А, чё, кого, куда? Зачем? Покупаю одну сливу по приколу. А то хуё. Чё? Я лучше у тебя возьму. За 400? Не покупайте, за номер выбить. Интересно. Ты иди нахуй, кто мне деньги потом не дает?
Хотя у меня проценты идут, и я, а, блядь... У меня тоже проценты идут, я вот в чате просто... Было 19, стало уже 16, понимаешь, да? Все, 0 мест у меня. Пошли чекать номера. Так, вот слива. Один номер. Вот слива, второй номер. СТС. СТС. Ты заметил, что мне падает очень много пионов? КВН. КВН пойдем. Клуб веселых и находчивых. Ток. Ток? Я что, сварщик? Или электрик? О, мне ID попался, знаешь какой? 52444. Ну такое. СССР. Чё, пацаны, СССР? Союз нерушимый. Димон, это победа. У, сука. Я так просто, я же не смог, понимаешь? Вот, и, кстати, белая слива, заметил? Чёрная. Голубых слив дохуя. Голубых, да. Голубые глаза. Паша, я сомневаюсь в тебе. Посмотри, сколько питерских регионов. Один. Два. Три. Три региона питерских. Нет, два. У тебя сейчас сливу спиздят. Это твоя. А не, КВН это моя. Короче, поехали, сольем эти сливы и купим, ладно. Ладно. Купим еще одну. Хочется. Ручки чешутся, знаешь. Я тупой. Что? Зачем я слил все сливы, если мне надо на номера тачки? Едем покупаем еще. Мне надо 1, 2, 3, 4, 5 слив. Я уже по привычке F3 номер. А 5 слив не хватит? О, по спецзаказу. Не, хуй там было. Димон, купил Аурель? Я уже сливу купил. Сука. Что, мне предлагаешь одну тачку не продавать? 1, 2, 3, 4. Нет, я тебе предлагаю мою пустую без номера обменять на ту с номером. Я не знаю, что. Все, нет наличия. Ну ладно, давайте напоследок. Фиг с ним. Одну лаурельку, да? Лаурельку. Или S2000. Ладно, лаурельку. Или Марк. Лаурельку, ладно. Лаурельку так лаурельку. Все. 15 лимонов. Ну я тупой, а. О, ну что? Какой выпал лаурель. Ты забыл. СМА. Короче, лаурель говно. Я уже посмотрел. Слива раз. Почти. Слива два. Я скажу, что здесь все почти. Зеркалки. Слива четыре. Раз зеркалки, два зеркалки. Смотри, две зеркалки. Ну, типа, почти, если бы одну восьмерочку и один икс, это было бы вообще 3 восьмерки, 3 икса. Да. Ладно. Ты бы такой. Ну чё? Мне надо. Нужна пустая слива. Поехали своем Лаурели и купим мне приору. Или Ниву. А что ты там делаешь? Жду тебя. Зачем? На этой дьявольской тачке я, по идее, должен выиграть. Ну прям должен. Если я сейчас 5 или 1 или 15, это будет такой жесткий. Как я тогда... А если я выпишу бабки? Помнишь, как я на М3 вытащил с третьего раза? А ты со мной не снимал, я сам снимал. На М3 с третьего раза 300 тысяч оставалось. Короче. Я снимал 5 лимонов. Чё тебе выпало? Не знаю, что. Хуя. 20.
Че выпало? Хуйня. Ясно. 20. Ну. Пизда, блядь, сука, хуй. 75, 50, 20. А не пошел бы ты, мне 3 раза 20 выпало. Я уже 4 раз кричу. 75. Ну в пизду, да. Да пошел ты. Почему мне 20, а тебе 75? Нет. Еще раз 20. Не, пацаны, сейчас. Вот сейчас должен мне дать. 117 часов всего. 130, блин, я уже подумал, лям 30. 50. Короче, давайте еще 3 раза. Бля, я вижу, как у тебя деньги выходят. 50, 20, давайте. 50. Ну, можно мне хотя бы что-то, пожалуйста. 50. Да все, идите в сраку, не буду. 50. Че, на бу? Поехали. Поехали. 20. Откуда ты узнал 20? Я так чекал. Да. Азартные игры, пацаны, к хорошему не приводят. За 3 лимона можно купить офигенный номер с рук. Или купить себе 3 АМРки, АМРки, которые просто вы хотите, а не фигней заниматься. Фигней заниматься могу только я и моя нога. Ха. Шутинг. Нива, урва, 410 тысяч, покупаем. У меня 964 тысячи, 19 миллионов 964. Нива, какой у меня номер? Оно. 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 Ну почти как оно. Короче, всем спасибо, кто посмотрел данный видос. Оцените, пожалуйста, лайком. Мы здесь на этом видосе всрали 5 миллионов. Казалось бы, на что? Без понятия. Да? Что? Говорю, всрали 5 миллионов. На что? Я так понимаю, заходить смысла нет, я пошел на первый смотрю. Да. Так что просто поделитесь данным видосом, поставьте лайкос. Сейчас я еще пойду сру деньги, когда буду переставлять номера. Оператор, бляхамуха. В него врезался. Сейчас еще давайте переставим номера, ладно, с вами еще переставим номера. Да ты охуел, блядь, давайте 30, вот, 30, какой-то номер выберем, МВМ-222, я думаю. Короче, ну еще можешь. 600 тысяч раз ушло. Раз в минуту. Знаешь, сколько мне надо переместить? Раз, два, три, четыре, пять. 5 минут. Короче, я не буду вам ждать, может ускорю, может не. Лайк, подписка. 3 лимона на переброс номеров? Куда? Бля, я сейчас сру. Ты посчитал все свои номера. Бля. Минус 8. А того. А хуй его знает. Бля, у тебя неполная коллекция. Не бессмысленно их перекидывать. Хотя ты дороже 3 не продашь. Чего 3? Да. Такие номера сейчас по 10 покупают, ты чё? Да, я... Короче. Блин, а чё делать? 3 миллиона сюда, 3 миллиона сюда, 6 лимонов. Может это я всё зря... Да. Короче, пацаны, я обосрался. Еду, короче, сливать эти все тачки в БУ. Если что, надо будет вот такие вот тачки. Могу продать с номера, могу без. Ставьте лайкос. То, что я... Короче, ставьте лайкос. С вами был Эван. Димон, Толибас. Ага, да. Колокольчик, нет. Чтобы не пропустить этот топовый контент. В скобочках нет. Я не подстрекатель, но я постриг бы. Да. Да. Сколько мне оставить слив? Нива Урбан. Нафиг надо. Зачем я только что это все делал? Без понятия. Контент. Контент, да.
Что оставить? Оставлю слива на ООО 003. Говоришь, номера пропадают, да? Да. Ладно. Только для меня. Чё мне это пахнет? Ладно, поставлю на сливу вот эту. А, МР 006. Поставлю на эту сливу номера вот эти. Номера ООО 002. Установить и заменить. На Сильвию номер установил. Я буду угорать, если потом с нее нельзя было будет снять. А, две сливы. Надо, не надо. Пусть будут, короче. И у меня остается 651 тысяча. Я думаю, вы знаете, что я с ними сейчас сделаю. Ну а что? Могу себе позволить? Блин, опять врезался. Хотя знаете, пацаны, что? Я вам их разыграю. Нет, я сейчас поеду, крутану один разочек. И поеду с ним с ГТшки. Все 600? И пойду сниму с ГТшки номера. Эван, именные. Вот. Я крутанул. Сейчас я надеюсь, вы увидите в чате 5 миллионов. Конечно, 50 тысяч. Спасибо. Спасибо. Сниму, короче, с ГТ-шки номера. И пойду продавать остальные автомобили. С номерами.